Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Тема сегодняшнего видео – обзор всходов лобелии, друзья. Производила посев 10 декабря. Все сорта у меня замечены. Вот такая баночка. Семена профессиональные, заказывала в интернет-магазин «Соло». Посев производила в гранулах, так как лобелия мелкопыльные семена. И удобно, конечно же, производить именно посев в гранулах. В каждой гранулке всходит где-то от 5 до 8 маленьких росточков, если присмотреться. То есть гранулы – это не одна, допустим, семечка. Да, там идет несколько сразу. 5 или 7, 8, в зависимости, как они всходят. Даже это можно увидеть. Вот самое крайнее, допустим, там больше, здесь поменьше росточков появляются из одной гранулки, друзья. Это у меня первый посев лобелии. Второй посев лобелии я осуществляла чуть позже, там, пока они еще не взошли. По-моему, 14 или 15-го. А этот посев от 10 декабря. Друзья, попробую в этом году. Ни разу не делала это. Но в этом году попробую лобелию укоренить. Черенковать и укоренить. Что из этого получится, конечно, мы в дальнейшем увидим, получится мне результат или не получится. Если кто пробовал укоренять, оставьте, пожалуйста, комментарий. Хорошо ли укореняются черенки лобелии, друзья. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня показать. Мои всходы лобелия вот в таком состоянии. Зашли дружно. Посев поверхностный в бороздке. В бороздке очень удобно сажать, осуществлять посев любого цветочка, так как можно потом с двух сторон мы вот так окучиваем, и наш росточек, наше растение будет лучше развиваться. Поэтому бороздки для меня самый удобный способ посева любых цветов. И любых семян, или мелкопыльных, или гранулированных. Вот в таком сажаю, осуществляю посев, вот именно в таком виде. Ну вот и все, друзья, что я вам хотела сегодня показать. Лобелия у меня всходит. Будем пробовать в дальнейшем ее черенковать, что из этого получится, мы увидим. Не пропустите, чтобы видео мое, кликайте под видео на колокольчик. Если вам мои видео интересно, ставьте пальчик вверх, лайк. До новых встреч на моем канале. С вами была Аленушка. Пока-пока.